профессия, которая для людей благородна. Вот, потому что строитель создает благо, которое людей радует прежде всего. Задача Российского общества землестроительства, которая объединяет где-то более 100 человек, в основном, конечно, ветеранов строительства, это поднятие авторитета, значит, профессии инженера-строителя. Очень благодарен Минстрою нашему и ТОС, который нас тоже объединяет. На сегодняшний день правительство России принимает достаточно беспрецедентные меры помощи строителям. Мы как раз, используя эти меры, помогаем нашим строителям. Мы выдаем займы своим участникам, организуем совещания по разбору каких-то проблемных вопросов по выполнению государственных контрактов. Помощь была и моральная, и практическая, то есть достаточно много. Не успели еще даже подписать контракт, уже сразу интерес, в чем нужна помощь, как вам помочь. За текущий год объем работ в отрасли строительства, он прирос больше, чем на 31%. Жилья мы сдаем больше, процентов на 18%, чем на отчетный период прошлого года. Нам нужно нарастить и кадровый потенциал, и внедрять новые технологии. Сегодня наш университет представляет работы, выпускные коллекционные работы наших студентов, которые представлены в этом зале, а также представляет инновационные разработки, а именно строительные материалы, которые наши разработали ученые, которые можно применять и обеспечивать в условиях импортозамещения наши стройки новыми строительными востребованными материалами. Наш факультет принял новое пополнение, это порядка 170 человек, научную форму обучения. Мы уже с этого года начнем работать по новым программам. И профессия строителя – одна из самых мирных профессий, которые созидают, которые нам дают возможность комфортно жить. Город развивается благодаря строительству. Надо больше строить промышленных объектов для создания именно рабочих мест. Желаю своим коллегам прежде всего счастья, здоровья, успехов и благополучия в семье и на работе. Второе, что хочу пожелать, чтобы все проблемы, которые есть, решались только в рабочем порядке и быстро. Хотелось бы поздравить всех коллег с этим замечательным праздником. СРО ТОС, хотелось бы тоже отдельно подчеркнуть их помощь во всех вопросах, которые возникают у строителей. Признак мастерства. Наши тверские строители работают в многочисленных регионах, субъектах Российской Федерации, строят жилые дома, участвуют в промышленном строительстве. Многие объекты социально-культурно-бытового значения в муниципальных образованиях появляются и развиваются благодаря работе тверского бизнеса. Поэтому я хотел бы поздравить ветеранов отрасли, всех, кто трудится в нашем строительном комплексе с этой отличной датой. От всей души сегодня поздравляю всех своих коллег, гостей, ветеранов, молодежь с наступающим нашим самым замечательным праздником – праздником Днем Строителя. Наша традиция собираться всегда на торжественное собрание накануне праздника будет вечной, точно так же, как вечной будет и строительство. Здоровья вам, счастья, удачи, любви, хороших заработков. И взять наперед не может быть иначе. Мы панцирем один на час. Друзья, Тверь для нас – это не просто город,
который находится рядом с Москвой. Это город, из которого вышли многие потрясающие люди, которые имеют отношение к самоцветам. Ну что, главное, побольше заказов. Заработать. Да, чтобы строили. Так что все будет хорошо.